Девушка! Молодая девушка в оживленном месте. На парковке появляются незнакомцы с очень настойчивым предложением прокатиться. Давайте познакомимся. Парень, да ладно, ну что ты, замуж, ну поехали покатаемся. Да мне пофигу, поехали покатаемся. Я замужем. Поехали, ну кого? Руку-то отпусти, ну что вы делаете? Ну отпусти руку, ну ты кто такой? Ну пожалуйста, ну не надо, ну что вы делаете? Бери, бери, бери. Эй! Не хочу, ну что делаете-то? Прохожие на крики о помощи реагируют не сразу. Компания молодых людей пытается вмешаться, но... Да это знакомая наша. Пожалуйста, не бежи! Долго раздумывали. Похитители уже уехали. Да, может что-то плохое случится. Я изначально думал, что это ее парень просто. Потом, может, у них какая-то ссора. Я сдержал себя. Если бы остановились, я пошел туда. Догнал. Я просто не догнал. Истории пропажи людей периодически будоражат общественность. А ведь иногда, чтобы не произошло трагедии, окружающим достаточно проявить неравнодушие. Как поведут себя барнаульцы, оказавшись свидетелями возможного преступления? Тема социального эксперимента. Давай познакомимся, что ты? Ну что ты? Я парня жду, все. Да ну парень подождет тебя потом, пошли. Да пошли. Пошли прокатимся. Да пошли прокатимся. Да пойдем, пойдем, пойдем. Да пойдем прокатимся. Кого ты? Я сказала, убери. На крики снова спешат люди. И на этот раз преступник ничего не успевает сделать. Эти молодые люди действуют решительно. Некрасиво, когда девушка бежает. Защитник не сразу готов поверить, что оказался участником эксперимента, но пока он спешил на помощь, рядом были равнодушные наблюдатели. Я не вмешался, потому что разговаривал по телефону. Мне было бы неудобно. Почему не кинулись девушку спасать? Не хотели. Не хотели. Каждый раз на призывы о помощи спешат мужчины. Но есть и женщины, готовые вступиться. Не хочу. Сейчас милицию позову. Или что? Что? Можно вызывать. Ну, не надо. Это моя знакомая. Это сестра моя. Если бы она хотела, она бы шла бы с тобой. Это сестра моя, куда вы повели ее? Буквально вырвать актрису из рук агрессивного незнакомца. Просто я переживаю, когда вижу такие ситуации. У меня две дочери, как бы я хотела бы, чтобы кто-нибудь к ним поспешил на помощь. Больно мне, ну отпусти, ну куда ты? Ну что вы делаете-то? Не хочу! Держи ее, держи! Что же, надежда на это есть. Эти парни, похоже, не привыкли к долгим разбирательствам. Сразу применяют силу к возможному преступнику, и нашему актеру приходится несладко. Вот так вот кроваво разбираться? Конечно, потому что разговора не получится. Почему вы не прошли мимо? Ну, как девушку утащит. Что, ну, что? Какие-то парни спасти надо же. С ней мало ли чего предоставить. Она уже была в машине. И что можно дальше? Ну все что угодно. Могут вообще убить или украсть. Или выкуп потребовать. Общий итог в пользу жителей города. Наш актер на грубость не в обиде, а мы теперь знаем точно. Став свидетелями возможного преступления, барнаульцы не останутся равнодушными наблюдателями и придут на помощь.